Поехали. Быстрее, 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 быстрее. 6 секунд. Быстро взял себя в руки и поучаствовал. Так, мало того, что поучаствовал в турнире, он еще и показал. Hey!
Эй! Только подари пацанам майку! И черты тоже, и пусто заебаешься! Так, ну поздравляю с победой! Буквально позавчера мы с тобой говорили про то, сколько ты сможешь набить мячей за год-два. Доволен? Нормально. Как тебе в целом игра? Нормальная игра была, но сложная. Знаете, что Неман такая неприятная, но они очень агрессивные. Была сложная игра, но мы выиграли и сыграли. Очень много было единоборств во втором тайме, тоже приходилось тяжеловато. С чем это связано? Они пытались как бы вас эмоционально пересилить или просто уже немножко вы пытались успокоить матч? Нет, знаете, когда мы выиграем двойной момент, надо держать мяч. Но они еще более агрессивны были, поэтому, ну, чуть на эмоции тогда, я думаю, это футбол, это игра. С собой доволен? Да. Что, осталось 3 слайда забить, чтобы было 5? Надеюсь. Все, спасибо большое.